Ай, денежки, ребятишки, с вами снова я, Десант, добро пожаловать в Майнкрафт, где сегодня вместе с вами мы продолжим учить нашего нубика Катеридзу играть в Мунсруф. И сегодня она будет учиться убивать монстра, потому что она вот... Какие пау! Чё ты там? Тихо! Всё! Ты чё, мать, разошлась, а? С монстрами же будем сражаться. Монстр, ну давай, смотри, разошлась, как чё? Сразу так. Короче, Катя должна познать все просто тонкости Майнкрафта, и в этой серии как раз мы будем учить ее убивать монстров. Но, ребят, вы знаете, что нужно делать. Если мы с вами наберем это... Я готова. Это что ты, Ну, у меня туши нет, только помады нашла. Стиль Рэмбо включен, да? Да. Вы знаете, что делать. Мы, как всегда, с Катюхой даем вам слово. Если мы прямо сейчас наберем 30 тысяч... Сколько? 30 тысяч лайков, то сразу же выйдет следующая серия. Поэтому ставь лайк прямо сейчас, набираем 30 тысяч лайков, и сразу же завтра выйдет следующая серия с Катеридзе, где мы будем продолжать учить ее играть в Мунсруф. Поэтому все зависит только от тебя, если ты поставишь лайк. Короче, Катя, сегодня ты будешь сражаться со всеми монстрами, ну почти со всеми монстрами, которые только существуют в Майнкрафте. Потому что я должен тебя обучить, как убивать каждого монстра. Я же твой учитель, наставник. Я сзади тебя подготовил небольшой сундучок для тебя. Подарочек. Опять подарочек. Разворачивайся. Налево, разворачивайся, ну, быстрее, вот. Нажимай правой кнопкой и забирай вот этот подарочек, это броня кожаная, Gucci шлем, вот сюда, нажимай, перемещай и одевайся сразу, а то ты голая сейчас, понимаешь, у Кати свой скин, чтобы вы меня не доставали, Эдисон, где скин Кати, на скине Кати, и забирай еще рычаг, вот, да, вот сюда. Кто не верит, вот скин Кать. Это доволен? Я, это я. Это она, поэтому кто рад, напишите в комментах. Кать, одевай это все. Вот эту лабуду все надевай на себя. Так? Да. Нет, вот сюда перемени. Катя, зеленая хрень! Катя, убегай! Нет, вот этими какими стрелочками, Катя! Все, он уже взорвался как бы, он уже все тут развалил. Кать. В Майнкрафте стрелочками не убегают. Все, отстань от меня. Все, включай инвентарь. А где сундак? Сундак. Сундак ты. Открывай инвентарь. Все, он как бы его взорвал, ничего. Твою мать! Открывай инвентарь. Надевай эту всю фигню. Да. Давай, перемещай. Да. Штанишки. Штанишки. Да, надевай. Кожанку и Gucci шлем. И меч вот этот железный, да, перемещай в первый слот. Первый. Катя, это верстак. Первый слот. Все, хавай яблочко, я блищу. Чтобы восстановить. Где ты научишься, что правой кнопкой. Бери рычаг. Рычаг. Третий. И ставь его возле двери. Возле двери. Не снизу, а возле. Вот. Правой кнопкой, Катя. Первый твой враг зомбарь. Я отложу меч. Открывай дверь и сражайся. Ты знаешь, как уже сражаться с монстрами. Нажимай на рычаг, открывай дверь, бери. Бери меч в руку, меч. И тебе нужно их всех зайти, убить. Зайти или мне нужно подождать, пока они выйдут? Они сами должны выйти. Так, отходи назад, отходи назад. Они тебя должны увидеть. Отходи назад. Нет! Убивай по одному нужно. Опа, давай. Всех должна убить, тогда первый уровень будет выполнен. Давай, опа. Сразу двоих ударило. Еще, давай. И еще, заходи к ним, давай. Опа, одного убила, давай. Молодец, даже железо с него выбило. Какая ты умница. Кушай яблочко и переходи во вторую комнату. С первой комнаты мы уже справились. Это не яблочко, не надо. Ты гнилую плоть съела. Ну, отлично. Вторая комната, ты подожди, не спеши. Вторая комната — это скелеты, это лучники, которые не будут к тебе подходить, а будут на расстоянии в тебя стрелять. Поэтому тут нужно быть хитрой. Открывай дверь. Нифига себе. Давай, они где-то там. Катя, вот видишь? Ага. Стреляй, сейчас будет стрелять. Катя, не инвентарь, не нужно в инвентарь заходить. Так, а подожди, а как, если не будет стрелять, нужно ворачивать? Уворачивай, как матрица. Давай, ты заходи к ним, просто раскидывай, нахуй. Ха! Давай. Один, два, давай. Кать, давай, три, четыре. Давай, еще одного, пять, шесть. Давай. Какой живучий. Да. Молодец. Следующая комната — это, наверное, самая страшная вещь Майнкрафтера. Ты же уже Майнкрафтерша, можно так. Ну, хотя, не до Майнкрафтерша, но все же. Это зеленые вот эти чуб-зилеты, которые ты мне показывал. Криперы, да, все верно. Их убивать не так просто, как всех остальных. Ударила! Хуя! Отбежала! Хуя!
отбежала. Ха! Отбежала. А, это которые мне задницу подорвали. Которые задницу тебе как раз, да, подрывают. Приходи, подходи, открывай двери. Одни правой кнопкой. Вторые, вторые. И отбегай, 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 отбегай. И, ну, сначала меч в руку возьми. Катя ударила, сейчас, отбежала. Сейчас. Давай быстренько. Давай, давай, давай. Отбежала, отбежала, отбежала. Молодец, вот так, вот так, вот так. Давай. Не-н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 е
Нет. А, нет, нет, его еще один. По башке, да. Отбежала, отбежала, бежала. Давай, подбежала, ударила и сразу же отбежала. Кать, Кать! Удари его, не воздух. Ты воздух бьешь, Катя! Мышкой, у тебя мышкой! Я убила его, убила! Ты, конечно, молодец, огромнейший молодец. Так, ну, первого ты не убила, зафейлила немножко. Ну да ладно, давай выбирайся. Убирайся. Еще один враг, ты не пугайся. Открывай, это паучи. Ой, что со дверями. Давай, забегай к ним в логово. Гнездо, это пауки. Давай, давай, заходи, заходи. И вали их просто, вали. Они противные. Самые противные, наверное, создания в Майнкрафте. Давай. Ты любишь пауков? Да. Кто любит пауков, напиши. Нет, напишите в комментариях, кто кого боится. Я боюсь больше всего змей. Вот Катя вообще пауков любит. Это как так? Ты всех убила! Но пауки самые такие простенькие, как я понимаю. Ну хоть самые, наверное, противные. Давай, подходи к следующей двери. Смотри, мы уже Катю научили сражаться с зомбарями, криперами. Ну, криперами еще не совсем, но все же. Скелетами, пауками. Сейчас будет. Сейчас будут ведьмы, понимаешь? Папа, открывай. Ага, ведьмы. Ведьмы. Они очень противны, они будут тебя какашками бросаться. О, май. Подходи, подходи, давай, пока они начали бросать. Давай, да, сейчас. Они выбили жизни, здоровье восстановили себе. Давай, бей, 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 пока они бросили в тебя какую-то какашонцу. Бей, бей, бей. Ну, как мы видим, они бросили в тебя какую-то фигню. Сейчас ты будешь постепенно умирать. Ну, ведьмы, конечно, ИУ! Но все же они слабенькие, если их прижать к стенке. То есть я сейчас сдох? Нет, не совсем. Покушай яблочко, чтобы восстановить сердечко. Второе яблочко, да, кушай. И все, молодец. Я научилась яблоко есть. Правой кнопкой, не левой. Круто, первый раз в жизни. Последняя дверь. Последняя. Ну, подожди, 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 там же еще комнатка есть. Вот, нажимай на рычаг и заходи в эту комнатку. Но! Смотри, там есть странные блоки. Также есть еще один рычаг. Нажми на вот этот рычаг. Нажми. И отходи. 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 Это кролик-убийца, Катя! Ты можешь его погладить, если хочешь. Можешь его погладить? Нет, можешь погладить его. Кать! Он тебя сейчас убьет, Кать! Да в смысле? Это кролик-убийца, я тебе сразу сказал. Ты же можешь его погладить. Я ж тебя троллю, Кать. Ты, блин, бесишь меня! В смысле, там... Почему ты мне доверяешь, если я сказал, что там кролик-убийца? Ты мой учитель. Я должна всегда верить тебе. Троллить – высшее мастерство обучения. Я не понимаю вообще. Потому что ты нубик. Ну, ничего страшного. Главное, что в Майнкрафте можно возрождаться. И последняя маленькая комнатка. Вот она. Маленькая комнатка. Что она какая-то, значит, не очень... Вот, вот. Не очень маленькая. Нормальная. Давай, заходи, открывай все двери. У нас там немножко дождик за окном хреначит немножко так. Не то чтобы хреначит, он прям хреначит. Он прям хреначит, открывай двери. И заходи, нажимай еще на одну нажимную плиту. Опять тролль? Нет, все будет нормально. Нажать? Наступи. Чё это? Катя! Дракон! Чё, блин, какой дракон? Ты чё, угораешь надо мной? Да где я вообще? Ну или бей, или убегай, я не знаю. Я не вижу, куда бежать. Вот двери, двери, двери. Закрывай нахрен, чё твоя бабушка двери. Давай, закрывай, закрывай, закрывай. Закрывай. Да я не могу, ты, блин, вообще офигел. Вообще офигел. Ну, всего лишь кролик-убийца и всего лишь там три дракона заспавнилось. Три? Ладно, я пошутил, это не настоящий дракон. Настоящий дракон находится в Эндермире, это просто, ну, муляж, можно так сказать. Ты видишь, что они... Я даже дверь не могу открыть, они тут все... Ты все забагала, Катя. Короче, это просто муляж, они тебя даже бить не будут. Но это подготовка к самому великому сражению. Самый финальный босс — это Эндер-дракон. Ну я не хотел, ну там всего лишь кролик-убийца, всего лишь муляжный дракон, который тебя даже не бьет.
Ладно, все. На этом моменте, мне кажется, можно закончить. Смотри, какая ты красивая. Это твоя кожаная Гуччи бронька. Что нужно сделать, чтобы вышла следующая серия? Конечно же, ставить лайкусики. Лайки, давайте, ребятки, сделаем так. Если ты поставишь лайки, если не поленишься, поставишь лайки, мы прямо сейчас набираем 30 тысяч лайков. Я обещаю то, что сразу же выйдет следующая серия. Вот прям как только наберем, хоть завтра. Поэтому ставь лайк. С Катеринзой мы будем уже заканчивать. Также, а что еще нужно делать? Подписываться. Подписываться. И колокольчик. И колокольчик. Настоящая Майнкрафтиша. Подписывайся, чтобы никогда не пропускать наши видосики. И также, чтобы никогда не пропускать стримчанские. А также никогда не пропускать мои фейлы. И фейлы. И колокольчик, конечно же, нажимать. Спасибулечку всем за просмотр. Всем удачи. И всем. Пока нужно сказать. Да. Я думала, ты скажешь. Я сказал.